биткоин больше, чем причуда, заявил глава Morgan Stanley Джеймс Горман. Горман не остался в стороне от целой плеяды крупных фигур финансового мира, которые в последнее время высказывают свое мнение о биткоине. Но пока многие на Уолл-стрит сплотились с генеральным директором JP Morgan Джейми Даймоном и отзываются негативно о биткоине, глава Morgan Stanley высказал совершенно противоположное мнение. Как сообщает Cointelegraph, он отметил, что конфиденциальность и контроль, который предлагает криптовалюта, это по крайней мере привлекательно. «Я не инвестировал в биткоин, но я разговаривал со многими людьми, которые это делали. Очевидно, что это очень спекулятивная отрасль, но ничего плохого по сути она в себе не несет. Это естественное следствие всей технологии блокчейн», — сказал Горман.